Игорь, там еще надо такой же камень. Давай, давай, пускай. Накидай. Да, я лучше беру. А, да ты не ехать, ты кидай, собирай. Игорь, давай вот этот камень. А где нам нужно... Космос, где нужно построить лестницу? Сейчас поедем, может, будем по ходу подкладывать. Пока просто сюда складывай, Игорь, вот, просто сюда. Под правое колесо, пожалуйста. А вот здесь и под левое можно. Вот ступеньки, где ты стоишь? Не-не, вот ниже ступеньки. Не, ниже. Да, да, да. Не, левее, это ты ему подложил под этот. Вот туда. Нормально. Левая колея где? Где вот. У тебя нога правая стоит? Вот. Это лучше. Где нога в лур? Вот сюда? Да. Все. Все, еще пару камушков, я думаю, достаточно. Ну вот это порог, я такого не помню, Игорь, если честно, вот здесь. Да. Туристы с ним. Пожелайте нам удачи! Желаем вам большой удачи, ребята. Спасибо, спасибо, ребят. Вот там чуть-чуть назад. О. Спасибо. Здорово. Дело в том, что у нас там только, ну, одна машина целая. А остальные все поломаны. Не, это нормально. А первый целенький? Нет. Заднее правое колесо менее маленькое. А вот здесь тоже вот может бампер облететь. Это Макс, да, у нас есть? Не должен, да. А за рулем кто? Макс. А, торможу, простите. Логично. Он жену высадил. Стой, подожди. Нет, там он везде пройдет, если только не снесет его. Может сесть на пройдет. Макс, иди прямо по бровке, где сухо. Вот прямо по бровке иди. Прямо по бровке. Давай, 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 туда, туда. Вот так и иди, да. Аккуратно, аккуратно, поехали. Чем-то мне склад напоминает. Отойди, колеса, блядь, в глине, ну иди ты нахуй. Давай, 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 почуть, почуть. Это давай, чем-то давай, мне склад давай, напоминает блядь. Через пороги. Давай, давай, вот так и держи, держи, держи. Ага, вот о чем я все и говорил. Хорошо, все хорошо. Ну теперь давай. Право руля, наверное. Чуть-чуть право, на меня, на меня, на меня. Оп, оп, подожди. Подожди. Стоп, а вот теперь стоп. А вот теперь выставляю его на вот эту колею. Игорь, если что, на подхвате. Так, в принципе, он... Ровно, вот сейчас вот ровно. Чуть-чуть сюда делай. Оп. И вот так сейчас примерно будет. Никуда не денешься, ты спускаешься, Максим. Вот он у меня. Я видео снимаю. Чуть-чуть. Еще чуть. Оп. Давай. Макс, аккуратно, аккуратно. Вопрос дебильный. У тебя случайно пальчиковых аккумуляторов нет? Ничего. Или батареек? Давай, 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 Макс, давай, там давай. Нормально. Вот да. Теперь туда, туда руля. Туда руля. Чуть-чуть, чуть-чуть. Во. Оп, давай, по чуть-чуть. По чуть-чуть, понемножку. Давай, 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 давай. Еще. Еще туда, еще туда сейчас. Бля, еще правее, правее. Ладно, хорошо. Давай, давай. Ну, давай. Правее. Нормально, Макс, вот так, на такой скорости спокойно спускайся. Пока нормально, ну нормально. Давай, давай, правее, давай, чуть, давай. Правее. Во, во, все. Во, все. Вот так иди, ничего не трогай. На меня. А, вот, вот так, да. Вот, все, правильно. Макс, аккуратно, аккуратно. Все, вот на такой скорости. Аккуратненько, да. И вот теперь, не трогая руля, так и иди. Аккуратно, аккуратно. Отлично. Ну, камни надо будет переложить немножко, Игорь. Всем спасибо. Все свободны. Подождите еще пока, подождите. Я видел, кило же у меня окошко. Тут вывод, да, я вот право. Мы все выше вроде, да? Там просто ляжешь.
Ну что, давай, может, он уже спустится или как? Главное, не кидайте камни на Игоря. Ты просто не прыгай, чтобы бампером не цепляться. Давай, нормально.